Всем привет! Сегодня я вам проведу экскурсию по городу Харьков. Сейчас вы слышите звуки фонтана, это памятник всем влюбленным. Тут же на архитектора Бехедова находятся топовые места города Харькова в миниатюре. Это первый Газпром. Нормально видно? Нормально? Так. Ну так вроде лучше, Газпром. Такое. Реально. Отлично. Одна из самых больших площадей в Европе. Огромный герб Харькова. Нарисованный по центру. На этой площади группа Queen собирала 250 000 людей. Тут же в парке Шевченко находится дельфинарий. Здесь бесплатно можно посмотреть на дельфинов. Обезьяний музыкальный бэнд. Я вчера приходил, они были более артистичные. Еще в центре города находится Харьковский театр оперы и балета. Просто классное, огромное здание, поражает своими размерами. Возле него находится множество фонтанов, где сидят люди, отдыхают и наслаждаются этим видом. Харьков также посетил Пьер Ришар. О, у нас одинаковые с ним руки. Сейчас я нахожусь на площади Конституции. На крыше того здания, вы можете увидеть, есть памятник, скрипач на крыше. Вот это сама площадь Конституции. Красивейшая, просто красивейшая. Всем рекомендую сюда приехать и посмотреть своими глазами. А также музей истории города Харькова. А еще, чтобы харьковчане всегда знали, какая температура сейчас на улице, висит градусник, огроменный градусник, который показывает, какая сейчас температура. В 500 метров от станции метро Ботанический сад находится Саженный яр. Любимое место харьковчан, где они могут набрать воду абсолютно бесплатно. Огромный, отреставрированный, классный парк в яру. Идемте за мной, я вам покажу. Вот такие оригинальные решения принимают наши харьковские ландшафтные дизайнеры. И где-то тут хоббит живет. Я надеюсь. Тишина, спокойствие. Такая воронка. Тоже интересное решение. Люди сидят, отдыхают. В этом месте грустная только тучка, она постоянно плачет. Так вот люди набирают воду. Тут вода чистейшая, питьевая. Тут есть даже места для купания. Тут купаются, когда жарко летом. Тут еще находится большая спортивная площадка. Занимаются люди всех возрастов. Правда прикольно?
Я бы целый день выкопал. Да дайте мне просто больше песка. Время. Если вы любители тенниса, вам сюда. Также здесь находятся интересные часы, которыми всегда сверяю свое время. На Павлово поле находится памятник воину-освободителю. В народе просто солдат. А также тут есть канатная дорога, которая соединяет район Павлово поля с самим центром. Сейчас мы там прокатим. Вот так начинается наше путешествие. Едем в самый центр города Харькова, парк Горького. Вот тут мы уже набрали такую хорошую высоту, уже над верхушками деревьев, а деревья тут реально высокие. Вон видно колесо обозрения. Сейчас мы на него пойдем. Тоже есть футбольные поля, спортивные площадки. Все это удовольствие. Вот мы в парке Горького, парк развлечений. Прям аналог Диснейленда тут, в Украине. Сейчас пойдем кататься на вот этом колесе. Верхушки колеса обозрения. Тут реально высоко. Не знаю сколько метров. Ну я держусь еле-еле. Покажи за этот стол. Реально страшно. Но вид открывается, конечно, очень красивый. На весь город. Люди такие снизу маленькие. Видите, какой Харьков зеленый город. Ресторан «Казаки» тут есть. Прикольно. Каждый вечер на этой сцене под колесом проводится какой-то бесплатный концерт. Какой интересный памятник с бременских музыкантов. Ослик, собака, кот и петух. А еще здесь у нас в Харькове живет Бэтмен. И здесь же он паркует свою машину. Тут еще есть уголок Дикого Запада. Салон. Это классно оформлено. Бан. Разыскивают тоже каких-то ковбоев. А также тут еще есть комната страха.
будете обязательны в посещении. Классно сделано, аж внушает страх. Обязательно сходите. Тут же японский уголок. Красивая инсталляция, очень прикольно. Все цветы живые. Находится озеро с фонтаном, где живут всякие птицы, утки и еще какие-то, не знаю, что это за вид, но очень красивые. В этом парке еще много таких красивых инсталляций. Такая аллея, вся инсталляция. Ну, потому что здесь постоянно фотографировали всякие свадьбы, вели видео со свадьбы, и поэтому это мост влюбленный. Мост влюбленный. Все ходят и тут по вечерам смотрят на закат и оставляют замочки свои, а ключики выкидывают на дно. Парк Шевченко. Музыка играет, люди ходят, отдыхают. Красотища. Такие ступеньки из фонтанов. Очень красиво. Вечерний Харьков вон такой. Движ возле Хатоба вечером. Стадион «Металлист». Сейчас начнется матч. «Шахтер» «Манчестер Сити». Это будет легендарно. Сейчас наши будут британцев размазывать по полю. Это будет легендарно. Все поддерживают нашу команду.